Все дальше в гурт. Немецкие поезда прибыли на станцию Орша. Враги скопили здесь беды, не предвещало ничто. Но поверг немцев в шок внезапный залп «Катюши». Немецкие солдаты в панике, кругом все горит в огне. Враг урон получил, железнодорожный узел разбит. Все, что было здесь, расположено. Личный состав и техника были уничтожены. Вот такой был обстрел станции Орша. Это было первое применение «Катюши». Немецкие солдаты в панике, кругом все горит в огне. Враг урон получил, железнодорожный узел разбит. Немецкие солдаты в панике, кругом все горит в огне. Враг урон получил, железнодорожный узел разбит.